Емотик Мотя отправился в гости к еноту Фиме. А так как Фима жил на другом краю леса, Моте пришлось идти через дорожный перекресток. Мотя не очень хорошо понимал, как переходить дорогу. Перед ним стоял светофор. И двигались по дороге машины. Сейчас горит красный свет. Для пешехода это значит, нужно стоять. Теперь горит желтый. В это время машины замедляют свое движение. А вот загорелся зеленый свет. Это знак для пешехода, что можно идти. Мотя, машины стоят, это знак, что ты можешь идти. Мотя теперь разобрался и отправился дальше, в гости к еноту Фиме.